знаете, что мне, как хозяйке, не нравится в наступлении холодов? Чем меньше градус за окном, тем дольше сохнут мои вещи. Точнее, даже не сохнут, а вымораживаются. А состояние, в котором я их забираю, больше всего напоминает вот эту картинку. И ладно, если бы сушка вещей вызывала неудобства только зимой. Но нет, хлопот не хватает круглый год. Особенно, если свободного места дома немного. Совершенно иной сушка становится при наличии сушильной машины. Поэтому я решила собрать целых 10 причин для ее покупки. В качестве подопытной выступит одна из самых современных моделей от Electrolux. 11-м только ее достоинством станет участие в розыгрыше. Так что внимательные зрители смогут выиграть эту сушилку. Я думаю, многие из нас сталкиваются с ситуацией, когда какой-нибудь уголок жилища, так сказать, забронирован для сушки вещей. Обычно это балкон, но бывает, приходится занимать более полезную площадь дома. И вот после очередной большой стирки вещи заполняют все вокруг. А если это балкон и за окном минус, так стройные ряды окоченевших силуэтов могут провисеть и несколько дней. И так повторяется из раза в раз. Для борьбы с этим порочным кругом и была придумана сушилка. Сушильная машина, которая не позволяет вещам отнимать у вас жилплощадь. Она освобождает в разы больше места, чем занимает сама. При этом сушилка очень практична в плане размещения, и требований у нее немного, но об этом в следующем пункте. Простота установки – это еще один плюс сушилки. Прежде всего, она не требует подключения к водопроводу. Все, что ей нужно – розетка. Поэтому устройство можно разместить где угодно. Можно встроить в мебель или даже спрятать в шкаф. Остатки воды собираются в специальном резервуаре, а потом просто сливаются вручную. Кроме того, сушильную машину можно установить на стиральную с помощью специальной соединительной планки. Если вручную сливать воду нет желания, да и площадь позволяет, то сушилку можно подключить к дренажной системе. В этом случае ее использование еще больше упрощается, ведь конденсат будет удаляться автоматически. Далее один из самых важных пунктов – экономичность. Как и любая другая бытовая техника, сушильная машина тоже получает свой класс энергоэффективности. Выделяются в этом плане модели, у которых есть технология хит-памп. Например, эта сушилка с 9 килограммами хлопкового белья в соответствующем режиме потребует чуть более 1,5 кВт за цикл. О некоторых неочевидных составляющих этого пункта расскажу чуть позже. Сейчас же о том, что лежит на поверхности. В первую очередь, экономия времени получается благодаря тому, что не нужно развешивать вещи для сушки. Особенно это актуально, когда есть маленький ребенок и стирка каждый день. Тогда приходится минимум 15-20 минут в день возиться со всякой мелочью, такой как носочки. А если это приходится делать еще и зимой на открытом воздухе, тогда сложность таких ежедневных вылазок возрастает многократно, и в этом случае сушилка может стать просто спасением. Второй скрытой составляющей экономии является уменьшение глажки. Отдельные модели, например, такие как у Electrolux, очень аккуратно высушивают одежду и ткани. Их барабан оснащен тремя ребрами. За счет этого его содержимое перекидывается в обратном направлении, что приводит к меньшему количеству складок. Плюс можно выбрать разные уровни сухости и запрограммировать специальный режим борьбы со складками, который до 2 часов будет поддерживать исходное состояние вещей, если вы забыли вынуть их из сушилки. В итоге большую часть высушенного гладить не нужно. Экономим время и сразу складываем в шкаф. Деликатность данной сушилки проявляется не только в отсутствии складок. Одежда из любых материалов, будь то шелк или шерсть, защищена от любых повреждений и после сушки остается мягкой на ощупь. Над этим трудится запатентованная технология, которая предотвращает усадку или кашлатины. Поэтому можно спокойно сушить и вещи, требующие только ручной стирки. Подтверждает это сертификат Woolmark Blue. Еще один плюс – в обслуживании сушильной машины нет ничего сложного. В периодической чистке нуждается всего один комбинированный фильтр, который собирает мелкие ворсинки. Не нужно покупать всякие средства очистки внутренностей и ставить дополнительные фильтры на воду. Опять же, подключили в розетку и пользуйтесь.
Не секрет, что львиная доля нагрузки в сушилке ложится на двигатель. В сушильных машинах Electrolux используются тихие и надежные бесщеточные инверторные двигатели, на которые дается расширенная 10-летняя гарантия. Так что за надежность можно не переживать. И, наконец, последний взнос в копилку практичности делает дверца. Она может открываться в разные стороны за счет 4 поддерживаемых позиций ручки. Опять же, это дает больше свободы при выборе ее постоянного места жительства. Где бы она ни оказалась, открывать дверцу будет удобно. Вот таким перечнем достоинств обладает современная сушильная машина. И в частности, рассмотренная мной модель от Electrolux. Тут они точно в полном составе. Как я обещала в начале видео, эту сушильную машину можно выиграть. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, достаточно всего лишь подписаться на наш канал, сделать репост видео на своей странице в Facebook и оставить под этим видео ссылку на репост, чтобы мы могли с вами связаться. Пишите в комментариях, сколько времени на сушку белья тратите вы, и делитесь впечатлениями, если уже переложили эту задачу на вот такую технику. Ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным. Подписывайтесь на канал, у нас здесь много всего интересного. Например, смотрите историю эволюции посудомоечных машин и нашу отдельную рубрику, где мы готовим различные блюда. Пока!